Утро в трамвайном депо начинается с водных процедур. Чтобы поездка в общественном транспорте для пассажиров была максимально безопасной, вагоны регулярно моют и дезинфицируют не только снаружи, но и внутри. Сначала мы его обрабатываем. Одна обрабатывает, вторая через 10 минут начинает протирать. После того, как в Самаре ввели особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, обеспечению безопасности в транспорте и санитарному содержанию особое внимание. На усиленном контроле качества и соблюдении регламента. Ежедневно в рейсы выходят порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов. Они перевозят до 230 тысяч человек. Тщательно моют и дезинфицируют транспорт несколько раз в сутки. В основном ранним утром до выхода в рейсы и вечером. Обрабатываются вагоны специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Это средство, оно очень эффективное. Мы его начали приобретать тоже так же с марта месяца. Оно абсолютно безвредное для людей, для животных, но вместе с тем оно полностью убивает все вирусы, начиная там от обычных каких-то гриппов и кончая вот такими вот серьезными заболеваниями, как коронавирус. Запас дезинфицирующего раствора предприятие постоянно пополняет. Также для водителей и кондукторов закуплены маски и перчатки. А влажную уборку в вагонах проводят и в течение рабочего дня. Он же несколько рейсов проходит вагон за день. И поэтому каждый раз, когда вагон приходит на конечную станцию, у нас кондуктор обязательно влажную уборку делает. Вот поручни, сиденья. Мойка и дезинфекция продолжаются во всех видах общественного транспорта Самары, включая и коммерческий. Но самарцам напоминают, важно помнить и о средствах индивидуальной защиты. Совершать поездки в трамваях, автобусах и троллейбусах можно только при наличии маски. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.